Интересно, было бы нормально механику дополнения крови какую-то иметь? Или это перебор уже? Не уверен. Так, давайте пока у нас там делается. Делаться все равно будет долго. А камушки все отсортируем правильно. Так, это... Ой, блядь, я не могу это собрать. Стоп. Да... А, вот здесь у меня все лежало. Давайте сюда серебряную руку тоже скинем. Без этого сундука ее все-таки забрать. Все, у нас даже 48, нас нифигаще, да? Ну-ка, пока зелье работает, какой у нас лимит? 56 уже много, да? 53 даже много. 51, да? 52. 54, 53, тогда, да? Давай, окей, 52, значит. Лимит 52. Ну, короче, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Почти 7 стаков. Нормально. Итак. Камушки, кстати, мы тоже большие добывали. Жалко, нельзя вот такую сортировку делать. Типа зелененькие под зелененькими, красненькие под красненькими. Фиолетовый под фиолетовыми. У меня раньше была такая сортировка, мне было супер приятно с ней играть. Прям вот это прям кайф. А автоматически так не делать, прям отстой. Но сколько приятнее видеть, да, то что у меня вот такие есть, большие такие есть, вот этих двух нету. А, прям суперски выглядит. Вот, как только мы туда еще что-то добавим, она уже скинется сортировка, которую я там сделал. Так, жирпа у меня тут лежит, да? Здесь, значит. Так. Клав я не добавил, по-моему. Металлолом. Да, металлолом закончился. Так, ну 12 уже есть, уже хорошо. Так. Эти остатки тоже сортируем. Каменный блок там еще нужен был. Так, алхимическую штуку тоже все сейчас скинем. Блин, зелье не знаю. О, у меня тут 10 колбочек было. Как бы, хилки у меня тут были. Бля, опять 0 хилок потрачено. Я не знаю, пускай, ладно, пускай 2 хилки с нами тоже таскаются всегда. Может пригодятся где-нибудь. Когда-нибудь. Наверное. Так, эту штуку берем. Схема выпалим. Схемы, да, нам уже нужны. Единственное, что у нас нет теней для схем. Нам негде их тратить на данный момент. Так, ну что, готова печка? Ну-ка. Будут новые печки, у нас большие, огромные. О, да, все. Так, а я их не смогу разобрать, да, если у них внутри что-то есть. Поэтому давайте все вытаскиваем. Мы все это перерабатываем. В новых печках уже. Так, я думаю, старые тогда халги тоже смысла нету. Ну как, кыш, 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 кыш. Все, новые. О, да, две штуки. Ля, какие. Их по углам, может быть, поставить красивенько. Как стояли. Оно, 250. Да, 250. И в них есть новый. Ага, вот где нужен призрачный прах. Стоп, а раньше не камни, блядь, здесь были нужны. Они переделали. Золотые слитки. Что-то я не помню, если честно. Так, ну что, погнали тогда призрачные эти штуки. Но у нас они есть, на самом деле, чуть-чуть. 24. Надо еще как будто сделать. А что надо? А, камни... Ну, как бы, да. Из чего делаются эти штуки? А, из камнеплети, да. Камнеплети не нужны, согласен. Так, ну давайте, не знаю, сколько. Блин, нам много на самом деле нужно этой штуки. И столько. А сколько тебе надо? Один к одному? Хай, ладно, делается так. Откуда у меня столько камня? Ну как выш. Из печек, видимо, выпало, да? А, печки, наверное, крафтить из камня и краски из них выпало. Так, здесь, кстати, знаете, что можно сделать? Освещение добавить. У нас есть какие-нибудь светильники?
Давайте тогда вот эти будут. Пусть стоит. Может даже поближе. Так, ну погнали. А, серебряную руду надо взять. Так, ну эти штуки 24 скину по одной в каждую. Руду, наверное, сейчас всю перетаскаю, плюс-минус. Только переплавится, только переплавится. Просто чтобы сундуки освободить с рудой. А здесь я руда, здесь. А, больно, больно, больно. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Неровное количество, давайте 250 эти заберем. И 4 держим. И я раз, два, три, и 4. Все, пускай сколько ты делает руды. Так, сколько осталось? Еще один стак. Пускай перерабатывает. Блин, очень нравится то, что много слотов в этих печках. Хотя, с другой стороны, мы вместо типа 4 печек 2 всего сделали. Так, а ты же быстрее делаешься. А ты сколько делаешься? Должен делаться 3 минуты, а в итоге будет делаться. Блин, а смысл тогда 3 минуты им делаться, если их в обычных печках все равно нет такого крафта. Так, сейчас хочу посмотреть, сколько. 2 секунды. Нормально, нормально. Все, пускай серебро пере... А, блин, очень мало этой штуки. Прям срочно надо крафтить эту штуку. А, так, кристаллы есть. Мы там вроде еще сколько-то кристаллов собирали. Ага. Да, давайте это тоже в печку засунем. А мне плети срочно понадобились. Это на первое время, думаю, не понадобились в таком количестве. Потому что у нас ничего сейчас не скрафчено из серебряной этой штуки, да? Мы зря крафтили, что ли. Можно на самом деле еще покрафтить. Давайте все даже потратим. И в новой печке, например, 50 этих возьмем. Даже 150. У нас по... Нет, точнее, камней, наверное, столько нету. Почти, кстати, есть столько. Блин, а все, наверное, тратим. Зачем нам еще точнее камни, да? Они же, кроме этого, нигде не нужны. Блин, медь кончается тогда. Ха-ха. Все кончается. Так, так. Блин, у нас сейчас рецепт это будет в приоритете, да? Если мы его добавим. Блин, как вот очередь задать, да? Чтобы вот сначала все-таки вот это делалось, потом уже вот это. Менять бы местами было бы неплохо. И реально, поменять местами и довольно удобно. То есть нельзя перетащить, да? Блин, заново отменил. Попробую перетащить, вдруг можно выше поставить приоритет. Сначала скрафт не вот эту штуку, а вот эту потом в списке. Не просто отменить, а вот именно список. Дать порядок, в котором я хочу, чтобы крафтилось. Блин. Имей тоже надо так же сделать. Я не хочу, чтобы мне сейчас крафтилось. Но, в принципе, хочу, чтобы она крафтилась. Терна руда тоже самое. Блин. Ну ладно, я очень много рецептов подключал. Надеюсь, я не забуду такое количество включить обратно. Так, ну железный слиток пускай, ладно, скрафтит. Блин, как много места, кайф. В одной печке это все. Так, тебе кварц тогда подсунем. Ладно, кварц пускай тоже сделает. Принципе, то есть у нас кварц сейчас приоритет пойдет, да? Да, но он хотя бы быстро сделается, потом пофиг. Так, сколько у тебя? 3 слитка. У тебя тоже 3. Так, ну с 3 слитков, наверное, еще пока ничего не сделаем. Слишком мало. Так, а мне клетки не засунул, да? Так. Чильные камни остались 50 штук. Ну там места пока нет, поэтому пофиг. Так, это не надо, не надо. Стекло, железо. Все, так, слитки серебра. Сейчас еще раз рецепт новых пушечек. А мы на нового босса прям с новыми пушечками хотим пойти. Он 69-го, а мы будем... 70-го, нормально. С новыми пушечками пойдем. А лук? Лук в приоритете, я думаю. Блин, сильные доски нужны, но нет. Ой, как надоели эти сильные доски. У меня тут 0, да, их? А, блинский. Ай, блин, я вот хотел их много-много накрафтить, но что-то... А, думал, что, ну, что они в одном рецепте, блин, нужны. Потом нигде не понадобится. Зачем их крафтить? Блин, ну сколько? 21? Надо один слиточек выложить. А,
так, да? Все, ладно, пускай крафтится усиленные доски, раз они... Ну, блин, ладно, пригодятся. Блин, я хочу топоры скрафтить и лук. Ну, наверное, лук в приоритете луком, потому что я точно хочу играть, плюс лук такое более-менее нормальное оружие. Конечно, да, есть боссы, на которых лук не заходит. Но плеть, мне кажется, не заходит на большее количество босса. Так. Сильные доски, эссенции первородные. Ну, мы вроде накрафтили первородных, здесь запустили, да? Да, есть плюс-минус первородные. Так, сердце, кровь. Так, кровь сразу сюда. Больше не, здесь смысла ничего делать нету. Вроде... А, ну в замок она как бы нужна, но... Итак. Кости здесь. Надо забрать их, на самом деле, просто банально отсюда. И мощные сенсы первородные еще есть. Я бы, на самом деле, еще спокойно, наверное, крафтанул одну штуку. Я уверен, они нам еще пригодятся тоже. Так, ну что, ждем. Когда все накрафтится. Так, ты перестал крафтить, потому что все, закончилась штука. Накрафтились. И нам чуть-чуть не хватило, да? Буквально одного слиточка. А, все под контролем. Так. Держи тебе. Держи тебе. Пускай еще слиточки крафтятся. 50 секунд буквально подождать, сейчас надо, и будем новую пушечку делать. А что доски еще усиленные? 6. Сейчас по усиленным доскам. А, 2, да, здесь тоже дожидаемся. Последний крафт, и все. 40 секунд, и новая пушечка сейчас будет готова. Можем глянуть... Ой, а сейчас, может, сразу на всех боссов сводим? Мы же, по идее, 70-м-то никак и не можем 71-й получить. Только здоровяка кровь выпить. У меня есть кровь здоровяка, можем выпить чисто техническим. 71-м быть. Вообще, надо посмотреть, а как нам новый левел... А, ну вообще, есть какие-то усиления у пушек. Надо посмотреть, что это такое. Эти, да, у нас... А, нет, смотрите, с этого чела... С этого чела выпадет новый амулет. Надо его в первую очередь убивать. Он, кстати, легкий босс. Мне кажется, тут некоторых боссов специально сделали таким чуть легче, потому что они могут именно убиваться чуть ниже, нижним, более уровнем. Сейчас, ну, как бы 70-й, это чел выше нас на 3 уровня. Чтобы мы на нем сильно не страдали. Он таким более-менее легким сделан. Так, чё, лук? Лук? Крафтим. 3 минуты, ты охерел? Наковальня, блин. Какие 3 минуты? За что? Чем я должен свой лук 3 минуты ждать? Капец. Скам ёбаный, блин. 3 минуты. Да что 3 минуты? Да. Короче, вот здесь сейчас посмотрим, что за улучшение. Вот здесь как бы лук требует, да? Длинный лук с темного серебра. Смотрим, что это за штука такая. Блин, 3 минуты что-то перебор. Блин, новые эти кузницы прям кайф. А будет еще что-нибудь новенькое, улучшенное? Ну-ка, отсюда не видно. А, я 47-й. Лук выложил. Так, у тебя ничего нету, у тебя тоже ничего нету. Этих мы не видим. Блин, вот этих увидели бы, кто здесь. Ну, тут, возможно, какой-нибудь этот инженер. Или как его там... Плюс, может быть, горный ужас или... Ну, короче, из пещеры чел морозный. Блин, минута. Минута, чё поделать? Минуту. О, штуки, кстати, давайте выложим их. Кстати, здесь место есть вообще? Чуть-чуть места есть. Ради, а ради у нас закончился. А ради нам еще нужен? Здесь нужно было радий, погодите. А, здесь мне нужен радий, стоп. А зачем мне теперь радий? Я могу его не крафтить или... Но у меня его нет, конечно, сейчас. Куда его теперь тратить-то?
На голове красивая. Что-то сверлит. Молотом стучит. Это свет издает. Что-то жарит. Дай лук. Это руки? А, лол, смотрите, там, кстати, челы стоят. Держит ее. Кек. Не живые челы, понятно. Сюда новый лук. А, блин, а нельзя пушку менять цвет? Мне бы зелененький. Мою зеленую броню. А так и все те же. Как ни странно, статы у него какие. Ну, просто плюс к физической силе. Но вот здесь вот было какое-то усиление. Что это? Как понять, что это? Просто я не хочу куда-то непонятно куда потратить свой лук. Так, а если я вот это сюда и могу поместить? Не могу, да? Ну, здесь он пишет те же самые статы, то есть в чем усиление-то? Как-то можно информацию по этой штуке? Ну, ладно, нажму. Не понимаю, что нажимаю, но нажимаю. Может, они типа объединятся и станут просто 23 уровня и все? А, блин. И зачем? А, нет, он стал обратно. Ну ладно, пускай будет такой. А зачем? Он же 23 уровня. А, ну уровень хотя бы остался. Усиленный сухожилиями лук. Стоимость улучшения. Еще можно улучшить кровавым. Ну-ка. Кровавый длинный лук. Но я понимаю, что за кровавый лук. Это с нового теней. Нам получается рецепт нужно выбить. Тогда мы можем еще раз усилить. То есть синенькую фамильную шмоточку можно улучшать обычными этими дважды. То есть у нас, я так понимаю, остается наш просто смысл. Короче, смысл в том, чтобы оставить наши вот эти мультивыстрелы, да? А скорость движения и сила магии. И чтобы она не потратилась, да? Но, видимо, для этого. Чтобы не просто с физ плюс физ силы бегать. То есть мы уровень получили эту. Ну окей, давайте смотреть тогда. Что у нас по боссам открылось? Да, открылась босс ткачиха. Окей, ткачиха и все-таки да, доктор Генри. Про него я и говорил. О, с него падает теней. Он 77-й. Контейнер для светящихся грибов? Что? Это просто хранилка? Или что, это схемы? И ульта. С тебя что падает? О, улучшенный ткацкий станок нам надо. О, призрачная пряжа. Новую броню крафтить, которая с теней откроется. И комары. Так, а здесь, блин, а здесь все равно не видно. А мы можем один левел получить, чтобы увидеть, да? Блин, так жалко тратить своего чел, чтобы один левел чисто посмотреть, кто-то такие. Блин, а здесь уже интересно, кто здесь. Мне кажется, я не знаю, кто здесь может быть. Ну, Вальтатия, хорошо, Вальтатия. А где-то здесь должна быть. Кто еще 80-го? По идее, блин, не знаю, Вальтатия. А кто еще остался-то? Ну, Стикс, блин, раньше был. Давайте, ладно, блин, мне интересно, я по старым посмотрю, кто раньше здесь, по крайней мере, был. Так, где у меня картинки? Есть скриншоты как бы старых этих. Боссов я себе делал. Так, 77-й ткачиха, 77-й... нет, слушайте, Вальтатия... ну, Огр, Вальтатия... Короче, раньше 74-м был Огр плюс Доктор. А Вальтатия была с ткачихой. Получается, сейчас будет Вальтатия плюс Огр, скорее всего, лишний хват. Блин, а дальше, возможно, какой-нибудь новый босс. Стикса еще не видели. Но он 83-й, по-моему, Солярус есть. Но это где-то, мне кажется, тоже будет 86-й вообще. Адама не было. Ну, Адам это какой-нибудь... Ну, Адам, Бахамут и Крылатый Ужас это Late Game, скорее всего. Блин, как бы их распихать? Ну, блин, здесь я не уверен, что здесь один босс. Мне кажется, здесь будет этот Белмонт плюс Стикс какой-нибудь. Здесь, возможно, Солярус, Бахамут, Крылатый Ужас. Здесь какие-нибудь, может быть, новые боссы. Тут непонятно вообще, что. Адам, может быть, день тоже здесь. Может быть, он 91-го, а Дракула 93-го. Что-то такое. Ой, хрен знает.
на спин. Пойдемте кровь выпьем. Нам тем более кровь но понадобится на боссе, да? Мы же будем босса убивать на своем уровне. А, блин, нас нет, у нас... На следующем босса вот этот, а он уже для нашего уровня. На следующая тройка боссов не нашего уровня. Стоп, а как нам стать нашим? Стоп, погодите. Стоп, что-то не то. А как? Нам же никто не даст. А, все. Просто я постоянно про амулеты забываю. Да, амулет нам даст. Блин, жалко своего чела выпивать кровь. Блин. А чем он мне еще нужен? Мне кажется, он у меня для этого здесь и сидит. Чтобы я с ним кровь выпивал. У меня, кстати, есть где-то его кровь. Надо просто найти. Ладно, давайте найдем. Блин, с ним. Мне интересно, блин, что там еще за босс? Может, там новенькие какие-нибудь боссы? Да я запихнул его кровь. Мне кажется, сюда куда-нибудь. Да, 100%. Так, здоровяк, погнали, ну-ка. Лук не взял. Блин. Зараза, не хватило. Вообще не хватило, 71. Сколько я, 9 левелов увижу? 80, но я должен увидеть. То есть я на 71 вижу 6 уровней. Точнее, на 70-м. Вообще, стоп, я не ту кровь выпил, по-моему. Нет, мне 70... А у меня 71 уровень был. Стоп, а почему не увеличилось? Как будто бы... Нет, увеличилось. Да, 70-й был. То есть я был на один уровень выше этого. 71-й не дает увидеть. Серьезно? Жадины. Окей, ладно, пойдемте босса грохнем. Так, колбочка. Ну ладно, будет колбочка. Так, а зелье я хочу... Блин, вообще хочу под зельем кататься. Мне понравилось. Мне кажется, можно без зелья, кстати, реально на коняшке больше не ездить. Смысл. Давайте, сейчас мы же босса осилим, надеюсь. Даже если не осилим, пофиг. Еще одно выпьем. У нас, кстати, серебро еще не кончилось. Можем еще серебро раздобыть. Ну, у нас кровь рабочего кончилась, поэтому нет. Так, ну сейчас мы не будем настолько шустрыми, когда этого, да? Поехали. Так, где тут выход? Ну, ускорение не настолько сильное, да. Прям чувствуется, что чуть-чуть, но медленнее. Так, надо запомнить. 1000 метров в 90 секунд. Ой, минут. Нет, секунд, правильно. Наша скорость была. Не, явно медленнее едем, прям чувствуется. Прям еле ползем. Так, значит, с пещеры не заблудиться. Надо сразу вниз ехать по мини-карте. Налево, по идее, сейчас надо сворачивать. Сволочи. Нормально. Я здесь прячемся. И тут за нами. Так, ну что, нам ночь на самом деле надо дождаться. Давайте пока зачистим тогда это вооружение здесь. Никто нам не помешал во время файта. Снова свой лук вернулся. Я бы скучал по нему даже немного. У нас сейчас резист, король руде есть. Время файта пропадет, нас начнет херачить. Мне кажется, о, старый колодец. Кстати, вот раньше колодцы так выглядели. Сейчас их переделали модельку. Так, не сагрить босса бы. Давайте с другой стороны тоже всех почистим. Вообще тут много тень. Слушайте, она как будто бы тут вечно будет держаться, если это не облачка.
откуда подтянет скалка. Ну в смысле в меня, блин, то есть оставляем иллюзию, чтобы он эту иллюзию херачил, он меня бьет. Понимаю. Блять, здравствуйте. Случайно. This is my duty. I hope you get the point. А, блин. А, блин, скинь. Лёвка левел. For the light. To an icy grave. On guard. За что? А что так много дэмэджа? Ice and snow. Так это, по-моему, за нас. Вроде ломать можно. Там хилится, что ли? Капец, а как? Do you like snow cones? Никаких snow cones, блин. Не лайк. Лайк. Да блин, ты меня отдела. Да хере два раза просто. Кстати, застрял. А, блин, надо было дверь, кстати, открыть. Что-то я забыл про это. Так. Вот вот две уешки на босса надо взять, потому что он там какие-то штуки построил, через которые нельзя было пристрелить нормально. Давайте попробуем так. Very well, vampire. I will put you in your place. Have at you! Как-то дойти надо, блин, успел. Побил был в КДМ. Пался. My cause is just. А. Taste my silver! To an icy grave! Ауч, видел. Как камеру крутил. На херню всякую пробел трачу. Да блин. My cause is just. Блин, как они туда не летают? Like snow cones? Нет, 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 отстань. Так они сейчас хилиться будет, да? Ой-ой-ой, блядь, там меня. You will fall by my hand. Что-то тут тесновато становится. Так, давайте выйдем отсюда. Я там за хилками пошел, надо повалить. Да я же шел, ну в смысле? Только пробелом дожить, что ли? Так, ты вроде на нашей стороне, чел, но... Недолго не были на нашей стороне. А что я не успеваю из ничего выйти? Эта херня. I hope you get the point. A cold end for a monster like you. This is my duty. I hope you get the point. Что, блин? Пался по мусору. О, клонились. Прям на большом дистанции надо бежать, чтобы клониться. Херни. Опять? Такие, ломайте. Там пройти, по-моему, вот он был, кстати. Обязательно было ломать. А, успел. А, не смогу, штуку нажал. You will fall by my... А, я застрял в этой херне. А, тихо.
Апокинский. Все, готов, окей. Что такое? Тяжело отдочить, как-то его этот выпад вперед, да? Понимаю, что с ним делать. Вроде на ближней дистанции он не дожится. Пробел тратить на него не хочется. Но пробел, наверное, можно потратиться. Ну, от другого тогда пробил. Короче, нет, наверное, я Ешку плохо давал, потому что он на меня лужу кастовал. Я не мог из нее выйти, потому что Ешку давал обычным. Мне кажется, если... О, новые книжечки, кстати, выпадают, кайф. И большие эти уже выпадают. Амулет выпал. И доспех, хорошо. Ну, босс как бы легкий. Наоборот, кстати, закрылись. Я их открывал, и они снова закрылись. Ну, хз. Босс... как бы все, что видно, так-то это и тоже. То есть, если что-то нас летит, отойти. Под нами лужа, отойти. Делать рывок спейсим. Штуки кастуют три в разные стороны, стоим как-то, чтобы не попало. Когда вокруг эти штуки кидают, тоже стоим так, чтобы не попало. На небольшой дистанции держаться прям тоже халява, то есть лук здесь хорош. Ну, хз. Сложно понять, что босс делает. Слишком легкий. Был бы он, как бы, если бы он нас убивал своими билками, то я как бы разобрался бы. Что-то надо делать, но если то, что он нас не убивает. Сложно понять, что он делал. Так, а нам что-то полезное дал? На плащ дал и шкафы дал. Так, он бесполезный. Сэр Магнус Надзиратель. Преданный служитель Церкви Просветления. Его слепая вера в свет делает его идеальным надсмотрщиком Серебряного Рудника. Он с готовностью закрывает глаза на злодейские дела Церкви и даже потворствует им, если считает, что они ведут к достижению высшего блага, даже если это предполагает непростительное деяние, например, использование арабского труда или изгнание его нежно любимой дочери. Но я так понимаю, что поскольку он морозный, его дочь это вот эта вот лучница. Когда служил в ополчении Данли, но ее отстранили за жестокие решения на поле боя. То есть она единственная, кого отстранили, и она тоже морозная. И также, я так понимаю, вот это ее брат. Говорят, ее мне достали еще чудовище. А, вот. Простых людей с самым морозным... Так, где это? Его методы? А, как изгнали его сестру, да. Тут у нас есть изгнанная лучница. И есть два чела, у которых изгнали его одну сестру, другую его дочь. Вообще, я думаю, это семейка тут собрана. Блин, может еще там босс сходим, убьем? Вот это полезно, потому что он амулет нам даст. Погнали.